Охренеть. Про таких говорят, родился в рубашке. Пятилетняя Алиса из Ногинска 8 сентября может праздновать второй день рождения. После взрыва в многоэтажке она оказалась на самом краю разрушенного дома. Взрывная волна чудом не выбросила ребенка из квартиры. Девочки, сидите, не так, Очевидцы сразу приметили Алису среди руин и стали просить малышку не двигаться. Девочка все поняла верно и дождалась помощи. Момент спасения попал на видео. Ребенка завернули в одеяло и спустили по лестнице. В страшной трагедии уцелела и вся семья спасенной Алисы. Я пыталась этот шкаф поднять, он не поднимался. Мама его взяла, сдвинула. Там такая средненькая щелька образовалась, я через нее вылезла. Лику вытащила, я говорю, как бы сейчас ты мне должна помочь ее достать, потому что ей ветер вин, я боюсь, наступлю, провалимся дальше. Она полезла, и, ну, я подсказывала, как что надо делать. Хорошо, вот хладнокровно все это мы сделали быстро. Она ее хватает за руку, я говорю, сзади тебя диван. Я говорю, дочь, со всей силы ее назад перекидывай, я говорю, а я ее поймаю. Все, она ее перекинула, я их забрала к себе. В этот момент МЧС подъехала, и их спустили, слава богу. Папа, мама, старшая сестра и сама девочка сейчас в больнице с различными травмами. Их жизни больше ничего не угрожает. Взрыв в подмосковном Ногинске прогремел 8 сентября около 7 утра. Обрушилось несколько этажей дома. Два человека погибли, еще 15 получили разные травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.